Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы продолжаем проходить игру Матрица, Путь Нео. Так, в прошлой серии мы, по-моему, с вами начали освобождать город, точнее, даже не начали, а продолжили. Вот, и у нас осталось только два района, сейчас мы получим вот этот навык, сосредоточенный воздушный бросок уровень 2. Давайте посмотрим его. Ну и после этого вспомним, сколько же в действительности у нас осталось районов. Может быть не 2. Может, я забыл все. Вот. Вот такой вот у нас... А, мы же его получили. И смотрите, прям пятками на лице стоит. Ух, жесткий прием, жесткий. Так, приобрести улучшение, да. И давайте начинаем. Так, вот он загружается, город. Так. И смотрим. Да, действительно, у нас два района осталось. Библиотекарь и ключ. На самом деле, меня еще немножко напрягают вот эти вот точечки. Красные, которые мигают. Возможно, это очередные задания. Я не знаю. Может быть и так. Вот, ну, чтобы это проверить... Мы продолжим проходить. Вот, давайте спасем сейчас библиотекаря. Ну, точнее, не спасем, а посмотрим, что там такое творится. И полетели. Полетели в библиотеку. Летим читать. Вот все бы вот так вот в библиотеку бы летали. Читали бы книги. Вот, становились бы умнее. Вот. Так, ух ты. Симпатичная библиотекарша. Да, судя по голосу, с ней не все в порядке. Это невозможно, говорит. Что-то не так в библиотеке. Они говорят, мы знаем, идем с нами. Ой, текстуры зашалили. Девушка, у вас в библиотеке текстуры шалят. Ой-ой-ой. Так. Цели. Защитите красную таблетку. В прошлых сериях нам нужно было красные таблетки защищать. Я не понимаю, почему тут персонажи, NPC, называют красными таблетками. Но, наверное, так надо. Наверное, так задумали локализаторы. Так, нам нужно сейчас разобраться с этими двумя агентами. И сейчас мы это сделаем. Так, ну-ка. Так, ну-ка. А, так, у меня же... Так, ребята, ой-ой-ой, как меня... Слушайте, ребят, вы... Ну-ка. Так, где там...
Так, дружок, ты это. Так. О, смотрите. Так. Смотрите, кто-то уже по. О, отлично, они сломали забор, я могу теперь сюда залезть. Блин, мне бы саму библиотеку, чтобы. Так, окей. Фига. Сижу. Полетел. Так. Контрол, контрол, ну. И это чего? Я же. А, блин, вот пытаюсь нажимать на контрол, а нажимаю на Alt. Прикиньте. Так. С одним сейчас разберемся, я надеюсь. Так, где там. Ух ты! Ё-моё. Сейчас. Ну-ка. С вертухи. Сейчас вам. Так вот. Так, отлично. Один. Так, кажется, там еще один прибежал. Слушайте, ребят, как вас тут много? Так, один готов. Фигак его. Об книжке. Вот так вот надо детей заставлять читать своих. Прибежал, точнее, притащил в библиотеку. Леща ему дал. Книжкой об лицо. Стукнул пару раз и все. И читает. Но это не точно. Так, тут у нас катсцена. Агент один превратился в человека. Пожалуйста, уходите, говорит. И нифига себе побежала. Ой-ой-ой. Так. О, аптека. Тихо, что там такое? Я надеюсь, меня в спину. Да нифига себе. Нифига себе. Так, друган. У вас тут на самом деле. Так, отлично. Всех побил. Так, ну-ка, вот так вот. Вот так вот, да. Так, я не знаю теперь, куда пиликать. Может быть, сюда? Наверное. Ну-ка. Тут заперто. Ага, значит, нужные двери. Они открываются сразу, насколько я понял. Оставьте меня. Оставьте меня одну. Ух ты, видели, видели? Да, help, help. А как ей помочь-то?
слушай, я же... Я... Так, ты тут в порядке? Вроде стоит, бегает вон. Значит, в порядке она. Ой-ой-ой, убегай. Тебя ж тут расстреляют в упор. Так, отлично, убежали, скажем так, отвели огонь от библиотекарши симпатичной, да? Так, а ты чё на стол запрыгнул? Ты знаешь, что ты в библиотеке? Готов. Так, где еще? Ах, вот вы где. Так, вы только в библиотекаршу не стреляйте. Один готов. Второй тоже. Так, вот ты где, ну-ка. Я сейчас тебя... Вот так вот, полетели на первый этаж, наверное, да? Полетел. Контрольный. Так, вот. Ух ты, да чего? Так, прыгаем в толпу и разваливаем всех тут. Одному, второму. Так, ну-ка. Ух, сейчас чуть библиотекарша не заехала бы. Какое? Ух ты, агент, здрасте. Так, отлично, патроны кончились, они на самом деле только тут мешали. Так, библиотекарша, что ты в драку лезешь? Я уж могу тебя ногой прибить. Окей. Ух ты, нифига себе. Вот управление, на самом деле, я к нему никак не могу привыкнуть. Из управления я только вот shift могу, умею зажимать тут, чтобы... Так, по-моему, ты готовый. Так, библиотекарша, ну. It's all over. Все закончилось, говорит. Так, библиотекарша, ну, давай. One, two, are you ready? Yeah. Спасли библиотекаршу, получается. Интересно, библиотекарши все такие? Ну, вы видели, какая она вообще? Вся такая зажатая, скромная. И... Так, окей. Библиотекаршу мы спасли. По-моему, это очень хорошо. Так, исцелить других. Джекпот. Воскрешение. Давайте воскрешение... тут возьмем. На великом пути нет врат к нему. Вы хотите, чтобы Нео установил этот духовный принцип? Да, хотим. Духовный принцип звучит как духовная скрепа. Ну, ладно. Пускай. Что ж, сейчас мы библиотекаршу спасли. И сейчас мы с вами полетим
выполнять миссию под названием Ключ. Вот, ключик. Такая, смотрите, в верхнем левом углу тетенька такая прикольная в очочках с челкой. Модная, стильная, молодежная. Что ж, давайте выберем ключик. Как бы, знаете, смысл. Библиотекарь работает в библиотеке. Там книги. Книги — это знания. И ключ. То есть знание — это ключ, наверное, ко всему. Ну или к большинству вещей. Вот. Так, смотрим, что тут у нас сейчас загрузится. У нас тут что-то загружается. Так, квест, по-моему, загружается не так, как обычно. Насколько сейчас? Because now the party's over and they won't let me leave. I'm scared. I just want to go home. I'm in. Музыка там еще такая. You're a hell of a hacker. О, это же, да. Парень, который за компами сидит. Хочу себе столько же мониторов. А у меня только два. Блин. Музыка, слышите, да, какая клубная, танцевальная? Скорее всего, это... Сейчас, секунду. О, нифига. Короче, я так понял, что эта девушка перетусила. Вот, да, красная таблетка. Это она больше похожа на красную таблетку, да? Вот, она перетусила, и кто-то ей то ли рассказал про ключ, про какой-то магический ключ, да? Или отнял, или рассказал. Ну, скорее всего, вот этот дядька, которого мы видели, наверное, он связан как-то с этим ключом. Честно, я могу быть неправ, поправьте меня, что-то мы о них говорили, но действительно, дело связано с ключом. Так, окей. Вон там ребята какие-то стоят. Ага, она уже бежит за нами. То есть она не убегает в безопасное место, а идет по пятам. Нифига себе, голос у него какой. Он кто, орк или демон? Непонятно. Чего у него с голосом-то? Приди и возьми его. Ну, я...
Так я ж не только ключ возьму. Я же могу и кое-кого взять не по-гейски. Так вот, тебя надо в первую очередь. Ну, он какой-то лох. Так, эти ребята трое из ларца. Так, один, по-моему, готов. На самом деле, этот тоже должен быть сейчас готовый. Так, а эти... Ребят, я вашего главаря прибил. Вы должны разбежаться. По классике жанра. Так, этот полетел красиво. А, нет, смотрите, он еще живой. Так, ну-ка. Тихо, 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 тихо. Контрол, контрол, контрол. Слушайте, с замедлением тут проще всего. Бах. Ух ты, ничего себе. Ну-ка. Слушайте, а слушайте, а они смертные или бессмертные? Потому что мне казалось, что я одного из них там успел ушатать. Так, слушайте, эти... Так, вот там лежит, отлично. Вот по хребту тебе, по хребту, короче. Так, вроде... Вроде раскидал. Раскидал. О, нашла ключ, отлично, молодец. Да, слушайте, вот эти трое ребят одинаковых, они... Каждый лично из них посильнее будет, чем вот этот главарь с ихней... со страшным голосом. Так, теперь куда идти? Мне кажется, что сюда надо бежать. Да, точно сюда надо. Так, тап. Ну-ка. Ой, а что это там было написано? Пропустил, пропустил, что написано. Так. Ух ты. Дядечка в белом. Вжух. А чё, а ты куда? Опа. Так, ну-ка. Эти ребята должны быть легонькими. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы не знаем, что там происходит. А, вот что происходило. Это, ребята, цензура. Это, ребята, цензура. А, тут какая-то... Дополнительная цель. Видимо, не использовать огнестрельное оружие. Ну что ж, я не знал, что тут дополнительное задание.
На тебе. Опа-на. Ну ладно. Я же целился ему в голову. Почему он ударил не туда? Точнее, выстрелил. Ну-ка. Слушай, а ты, блин, дерешься это нормально. Так, я думаю, что ты готов. А, нет, ты не готов еще. Так, вот этот точно готов. И мне как-то странно наблюдать, что когда я делаю вот этот комбо, один из них просто стоит и ничего не делает. О-о-о. Коридорчик. Опа, сломала. Короче, только открыли одну дверь. Ну погнали. Погнали в коридор. Я не знаю. Красная таблеточка, смотри, идет как. И чего? И чего? Это была еще. Была такая вот миссия? Конец миссии, что ли? Понятно. Неожиданно что-то. Так, я думаю, что на этом я все-таки закончу данную серию. И что будет дальше, мы с вами посмотрим в следующий. Да. Вот. Такие вот дела. В этой серии мы с вами прошли вот этот город. Да, 4 района. Даже 5 районов у нас было, где у нас были задания. Все-таки вот эти вот точечки, которые у нас были на карте, это все-таки не было заданием. Не знаю, зачем они там мигали. Я-то думал, что это вот количество заданий, которые нужно было выполнить. Вот. И думал, что когда я выполню вот эти вот основные задания, 5 штук, я переключусь типа вот на эти вот следующие точечки, и которые раскроют нам еще одни задания. Но это не так получилось. Вот. Собственно, это была игра Матрица, Путь Нео. С вами был Однорукий Борис. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам нравится Матрица и если вы проходили эту игру. Вот. И вы, скажем так, вспоминаете то время, когда вы ее проходили, смотря серии эти мои. Вот. Вступайте в группу, ссылка на нее в описании. Подписывайтесь на канал. И всем пока.